Мусульмане Поволжья празднуют Ураза-Байрам – окончание священного месяца Рамадана. В честь ежегодного торжества в Саратовской мечети прошел намаз, на который собрались более 6 тысяч человек. В этот день мусульмане молятся о мире и согласии, а также накрывают столы и приглашают в гости родственников, соседей и друзей. Завершение Рамадана традиционно отмечается с большим размахом. 29 числа, это во вторник, 18 часов, мы приглашаем всех, не только мусульман, разделить вместе с нами на Соколовой горе в Парке Победы, национальной деревне, разделить радости этого праздника. У нас очень обширная программа подготовлена для наших детишек. И я еще раз хочу поздравить всех с наступающим праздником, пожелать мира, здоровья, благополучия, чтобы Аллах дал счастье каждой семье.